Основная сборная края по гребле сейчас на учебно-тренировочных сборах в Краснодаре. Так что на воду в поселке Лозовый вышел ближайший резерв. Это весенние соревнования. Уже много-много лет проводятся. В памяти Ильина Анатолия Ивановича, нашего гребца, заслуженного тренера Советского Союза, который много лет возглавлял приморский спорт в свое время. Принимают участие практически все спортсмены, которые тренируются у нас в Приморском крае. И вот приехали спортсмены из города Хабаровска к нам. В соревнованиях принимают участие 70 юных гребцов. На дистанции 1000 метров среди юношей и девушек в байдарке-одиночке не было равных воспитанникам краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы. Был тяжелый заезд. Все сильные соперники, сильные ребята давно занимаются. Получилось выиграть. Настроен сезон. Конечно, готовлю соревнования спартакиада молодежи, учащихся. Чемпионат России. Среди каноистов основная борьба развернулась между опытнейшим Сергеем Товканем и 16-летним Арсением Кузнецовым. В итоге на всех трех дистанциях 5000, 1000 и 500 метров победу одержал Кузнецов. В общем-то, доволен прохождением дистанции. Вот. Это своевременная репетиция перед основными стартами, которые пройдут в западной части России. Они будут основными. И вся подготовка идет к ним. Первые соревнования на воде для гребцов стали отличной подготовкой к открытому Кубку края, который пройдет здесь же, в поселке Лозовый, через месяц. Марина Семененко, новости спорта на восьмом.